телефон. Что, здесь, да, стол? Это не сюда снимает, он сейчас он пришел по телефону. У меня. А, ты снимаешь. Очень такой воздух здесь. Шикарный воздух. Аромат песен. Хорошо еще чаек заварили. Так, это продукты нужно сюда на стол. Всем большой привет из Крымского района, дорогие мои друзья. Находимся в горах, недалеко от дома. На днях ездили на одно море, на другое. Соответственно, это Азов и Черное. Погода отличная. Сегодня решили пообедать. Обеда-ужин, да, наверное? Пообеда-ужинать на природе, на свежем воздухе, горном морском воздухе. Почему горном морском? Потому что, друзья, точка здесь как раз таки находится буквально, если по карте, по прямой дороге через горы, да, буквально 12 километров и море. Всем привет, скажите. Вы в прямом эфире? Привет. Заварили чаек с мяткой, взяли с собой пока сейчас. Ничего, купатики. Ну, в общем, вот так. Будем готовиться к разведению огня, а сейчас я попью чайку. Самый интересный процесс. Да, мы газ не стали брать. Точнее, газ у нас есть в подвальном помещении, да, в нашей каморке. Газ есть. Спускаться не захотели, а купить смысл покупать. Так разведем. Раньше жили без пистолета, правильно? Все будет. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Пошла красота. Народ еще подтягивается, ага. Ну а что сегодня? Красота у нас на Кубани. Сидим, пение птиц, свежий воздух, дымок, красота. Очень тепло, очень здорово. Сейчас чай попьем и будем уже это приступать к мясу. Ну что, взяли, значит, купатов свино-говяжий. И мяско было стейками, еще там ребра. В общем, такой вот столик. Круто. А есть еще сухая? То давайте добавлять уголек. Сейчас Саня все сделает. Чук. Кстати, друзья, этот уголь классный. Не реклама, но рекомендую. Всем отлично. Ой, какая красота. Кстати, помидоры, друзья, в Темрюке же, да, брали? Темрюкские огурцы тоже. Ну вот, уже готова одна партия. Обязательно. С кинзочкой. Так, пока, кинзочкой, я думаю, да, хватит. Мясочка, косточки, да? Угу. Ребрышки. Угу. И все.
Вот и ребрышки, партиечка, друзья. Посмотрите, какая красотища. Купаты отличные получились. Стейки тоже. Ну, это прям то, что надо. Это не сгоревшая. Это нормально. Камера подает. Угу. Пушка просто. Приятного всем. Пообедали, да уже можно сказать, поужинали. Обеда, ужин. Пойдемте посмотрим речку. А речка, о, ребята, а речка-то пересохла. Да, конечно, пересохла. Так, давайте спустимся. Оп. Ну да, обычно здесь красиво, но в этом году засуха и воды нету. Горная речка, вот все, что от нее осталось. Вот так. Ну, как дает природа, ребята, так и надо принимать. Короче, весь мусор мы берем с собой. А дальше уже выкидываем на ближайшие мусорные баки. Че, давай тогда помоешь руки? Давай. Эх, друзья, завершается наш ужин, обеда-ужин. Наша небольшая вылазка такая, спонтанная. Даже грустно. Хотя, блин, живешь вот, блин, 12-15 минут рядом. А так получается, что редко ездишь, да? Ну как редко? Наверное, для кого-то это часто, а для кого-то редко. Бывает раз в неделю, бывает раз в месяц. По-разному. Сейчас море, сезон, поэтому ездим на море. Но в горах тоже прекрасно, чудесно. Пройдет дождик, надеемся, может через недельку, может через две. И водичка наполнится, будет полноводное русло. Ну а сейчас пока что так. Все, друзья, вот мы заехали в город Крымск, улица Веселая. На этом будем заканчивать ролик. Всем приятного вечера, хорошего настроения и до скорых встреч. Пока-пока.